Всем привет! Конец октября, Московская область. Я подготавливаю лаванду к зиме. Здесь высажены 3 куста лаванды сорт Mountain Strain. Выращивала я семена американской линии. Она у меня цвела. Цветочки очень красивые, насыщенного, яркого лавандово-голубого цвета. В принципе, я ее уже к зиме подготовила. Что сделала? Обрезала все цветоносы и укоротила крону, ну, до 10 сантиметров, так это точно. Вот создала такой шарик, можно так сказать, чтобы кустики были аккуратные. Что самое главное, лаванда боится, это подпревание, то есть влажности. Нужно ее или сажать на возвышении, или среди каких-то камней, чтобы вода максимально быстро уходила. У меня здесь возвышение. Но все равно в зиму я подсыпала под саму крону, вот сюда, видите, под самые корешки, песок. И слегка здесь тоже замульчировала, можно так сказать, песком. Осенью потом это все взрыхлится, и она с землей перемешается, тем более с талыми водами песок немножко уйдет на глубину, и все будет нормально. Самое главное, не дать лаванде, чтобы она запрела. Так как это однолетка, и у меня уже есть опыт, в Московской области я первый год, то есть свежевысаженную рассаду, да, вот они, первогодочки, я накрываю первую зиму. С пандбондом номер 60, если нет 60, у меня не хватит 60-ки, я сложу 17 номер в несколько слоев и накрою ее. И камнями прижму, чтобы ветер не сорвал. И как только наступает ранняя весна, обязательно снимаем сразу этот пандбонд, потому что может спреть. Под спанбондом все равно создается влажность и начинает здесь все выпревать, и все, и лаванду уже не спасти. Здесь я высадила 3 куста лаванды горные, приобретала рассаду в Адлере. Очень декоративная у нее листва, голубая с белым налетом, и сами листики бархатистые. Изумительный запах от самих листьев, то есть сама простая лаванда, она тоже листва у нее пахнет, но здесь она как-то пахнет более насыщенно. Она у меня не цвела, но хочу сказать, что и в Адлере мы посадили тоже эту же рассаду лаванды, и она там тоже еще не цвела, поэтому вот я думаю, что она сначала наращивает вот эту листовую массу, а в следующем году я надеюсь, что она у меня зацветет. Высаживала я ее в середине мая сюда, буквально, ну, прям небольшими кустиками. Есть видео на канале, я оставлю ссылку, посмотрите, как я ее высаживала. Наросла масса шикарно, просто такие аккуратненькие кустики. Я ее черенковала уже, у меня просили черенки в горшочках, я высаживала. Хорошо, очень хорошо черенкуется, довольно-таки мне понравилось. Я ее даже не обрезала. Если обычную лаванду я подрезала, потому что она вверх, а здесь она старается расти вширь. То есть, видите, она образует вот такую красивую крону, очень густую. Накрывать тоже я ее хочу накрыть. Все-таки боюсь, что она у меня подмерзнет в Московской области. Хотя, вот, по идее, она растет в горах, там довольно-таки тоже холодно. Но боюсь, возвратные заморозки у нас весной, как обычно. Поэтому тоже легким спанбондом я ее в этом году прикрою. В общем, не стала ее обрезать, но застелила тоже все песком под самые корешки, чтобы она у меня не подпрела. Здесь я высадила 6 кустов лаванды. Это сорт «Голубой простор». Выращивала семян, а семена от фирмы «Сидек». Зацвел у меня всего лишь один куст этот. Производитель заявил, что цветочки будут голубого цвета, но нет, они не голубого. Они, конечно, светлее, чем у обычной лаванды, классической, да? Но я ожидала цвет, прям, знаете, такой насыщенный голубой цветочек. Но такого не было, все-таки он лавандово-голубой. Вот так как-то. Кустики, они небольшие, потому что я их высадила очень поздно. В конце июля, наверное, только они были высажены. И приживались они долго. В общем, я поняла, что лаванду вот высадить в мае лучше, чем, допустим, в июле. Долго она как-то приживается. Или сам по себе сорт такой тяжелый. Тоже я ее обрезала. Здесь цветоносы я сняла. И тоже засыпала песком. Так как это первогодка, тоже буду накрывать спанбондом.
Здесь у меня лавандовые заросли, какая густая крона, цветонос еще ничего не обрезала. В общем, показываю, как она вот есть. Сейчас обрежу цветоносы, немножко прорежу ее крону. Это лаванде уже второй год. Первый год я ее накрывала спанбонтом, так как это будет уже вторая ее зима. Накрывать не буду, посмотрю, что из этого выйдет. Но сейчас ее нужно привести, конечно, в порядок. Так выглядит клумба с лавандой после зачистки, обрезки. Это остатки роскоши. Обрезать тоже нужно, конечно, красиво. Я вот такое в виде шара ее обрезала. Что сделала? Убрала, конечно же, все цветоносы. Веточки укоротила примерно на 5-10 сантиметров. Прорядила слегка крону. Лаванда у меня здесь посажена по кругу. Здесь всего лишь 4 кустика. Видите, как хорошо она потом смыкается и образует один большой мощный куст. Посередине у меня вообще пустота, потому что сюда я ставлю фигурку в виде уточки. Красиво смотрится. И я тоже здесь слегка прорядила, чтобы был сквозняк, чтобы там как раз лаванда не подпревала. Еще самый важный момент. Все ветки, которые ложатся у вас на землю, у меня в данный момент здесь камни, я тоже убираю. То есть, видите, крона вся приподнята. Во-первых, это делается, чтобы, опять-таки, лаванда здесь не подпревала. И, конечно же, это красиво смотрится. То есть, когда веточки приподняты над землей, очень красиво смотрится тогда клумба. То есть, вот, видите, везде-везде лежащие ветки, я все убрала. Сейчас еще покажу. Вот. Это довольно-таки аккуратно. И плюс здесь идет хорошее проветривание лаванды. Весной в любом случае вы будете подрезать еще что-то, убирать. Может быть, что-то еще подмерзнет. Поэтому лаванду я сильно не укорачиваю. То есть вот под самый корешок я ее не обрезаю. Весной в любом случае еще обрежется. Хотела еще показать, чем обрезала. Сейчас эти ножницы прям не выпускаю из рук. Это садовые ножницы фирмы Самурай. Отличные ножницы, острые как лезвие. Что только я уже ими не обрезала. И землянику, и лаванду, и все, что можно, все обрезаю. Режут как по маслу, идеальные в женской руке. Отличные ножницы, хотя недешево стоят, но они стоят своих денег. Все, мне что сейчас остается? Я сейчас песок подсыплю ближе к корням лаванды, и она таким образом у меня уйдет в зиму. То есть накрывать я ее не буду. Ну, посмотрим, как она у меня эту зиму перезимует. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!